Дорогие друзья, совсем скоро наступит новый 2020 год. Зачем нужен Новый год? Вы когда-нибудь думали об этом? Этот праздник любят и ждут дети и взрослые. Он наполняет наши сердца верой в то, что добро всегда побеждает. А где-то существует волшебный мир, в котором сбываются все самые заветные мечты. В детстве мы загадывали желания и надеялись на то, что Дед Мороз подарит то, что мы так сильно хотим. Повзрослев, вы сами обретаете возможность создавать сказку, потому что теперь вы можете сознательно управлять своей жизнью. Вы сами можете наполнить волшебством этот любимый праздник. От Нового года мы ждем позитивных перемен. Мы ставим перед собой новые цели и планируем их достижения. Ожидаем появления новых возможностей и предвкушаем свой рост. Давайте пожелаем друг другу новых успехов и поднимем бокалы за здоровье и счастье наших родных и близких. За тех, кого бережем и ценим больше всего. От всей души вам желаю счастья, добра, крепкого здоровья. Чтобы в вашей семье всегда царили любовь, согласие, взаимопонимание и радость. Пусть в вашем доме всегда будет достаток. Пусть ваши самые заветные мечты сбудутся. И Новый год принесет много новых возможностей и счастливых мгновений. Пусть ваша жизнь каждый день будет прекрасна. Life is good. С наступающим Новым годом!